Французский художник английского происхождения Альфред Сеслей, наряду с Клодом Моне и Камилем Писсаро, является наиболее истовым приверженцем импрессионизма. Он был прежде всего пейзажистом. Менее одаренный, чем Моне, и менее разноплановый, чем Писсаро, он особенно примечателен своим исключительным использованием цвета и значительным изображением неба. 1870-е годы были сложным десятилетием для Сеслея, оставшегося без какой-либо финансовой поддержки после краха семейного бизнеса в результате франко-прусской войны. Вернувшись из Англии, художник окончательно покинул Луисиен, чтобы уединиться в Марли-Леруа, поселившись недалеко от водопоя, где он нарисовал большое количество картин. Именно в этот период художник создал свои лучшие работы, такие как «Дорога в Луисиене» или его знаменитая серия «Наводнение в Порт-Марли». Луг – это квинтэссенция импрессионистского пейзажа. Спонтанный, свободный, явно незаконченный. Место, изображенное на холсте, находится рядом с Луисиеном. Композиция проста и поделена на три разные плоскости, разделенные забором и горизонтом. На передней части представлен луг, выполненный свободными короткими мазками, усеянный ромашками, маками, васильками белого, розового, желтого и красного оттенков. Две фигуры маленьких девочек в синих фартуках и соломенных шляпах с красным и синими лентами отдыхают в траве, вероятно, занимаясь сбором цветов. Далее луг переходит в холмистую сельскую местность с несколькими невысокими деревьями. Диагональю картины служит живая изгородь, за которой находится сад с густо растущими разнообразными деревьями. Над зеленым пейзажем простирается великолепное голубое небо, усеянное хлопковыми облаками, напоминающие облачные этюды английского художника-романтика Джона Констебля. Картина внутренне ритмичная, благодаря неровной линии забора и извилистой дорожке на холме. Яркий синий цвет неба и залитый солнцем луг создают впечатление летней жары.